Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале и традиционный обзор моих покупок. На этот раз покупки были по каталогу Faberlic номер 10. Вот так он выглядит. У меня в видео есть такой быстренький обзор по этому каталогу. Он там без комментариев, без всего. Просто листаем страницы каталога и смотрим, знакомимся, что же представлено в этом каталоге и что можно купить. Вот такие новиночки нас ждут в этом каталоге номер 10. Умная стирка смарт-стирка пополнилась новыми продуктами и инновационный уход за тканями эффективно и удобно. То есть по порошку листовому и салфеткам улавливателям цвета, чтобы не окрашивалось белье, у меня есть также на канале, я сделаю ссылочку. А здесь новиночки, это вот как раз таки аромагранулы для стирки, то есть это уже парфюм для стирки в гранулах, свежесть до 12 недель. Слушайте, такие классные бочонки, сейчас я вам покажу, смотрите, а как шикарно сделаны, прям цветочки. Вот одно дело смотреть на картинки в каталоге, а другое дело, когда ты получаешь вот эти полноразмерные продукты, и да, он соответствует картинкам из каталога. Но я люблю вот всегда полноразмерный продукт смотреть, показывать, как это все вживую, так сказать, выглядит. Посмотрите, вот они гранулки как раз, они три разных аромата идут. Шикарно. То есть у нас чего? Цветочная гармония. Это вот эта цветочная гармония идет зелененькая. Парфюм для стирки в гранулах Smart. Потом идет солнечное очарование. Это желтый. И ягодные. Что? Ягодная энергия. Это фиолетовый. Вот такие вот три полноразмерных продукта. Хватает на 20 стирок. Вот. Очень-очень интересные. Слушайте. Вот я просто в восторге от них. Интересные штучки. А еще, когда они закончатся, можно же эти бочоночки под что-нибудь использовать. Посмотрите, как закручиваются. Очень даже интересно и стильно. Ну, я имею в виду не для пищевых, конечно же, продуктов, а что-то такое вот в быту. А следующее, что я взяла со скидкой 70%, я взяла себе вот такой вот порошочек. Помимо того, что у меня листовой есть, я им пользуюсь постоянно. И я взяла концентрированный стиральный порошок за 70%, потому что я делаю больше 100 баллов. И для тех, кто делает больше 100 баллов заказы, тут идет 70% любой продукт. Но я беру себе порошочек. Одна пачка порошка заменяет 3 килограмма обычного порошка. А вот я на этот раз взяла чего? Альпийские луга. Вот он. Так, что взяла? Ватные палочки закончились. А вот они, ватные палочки, 100% натуральные происхождения, из бамбука. А знаете, чем они хороши? Обычные палочки, которые в магазине продаются, пластиковые, они не разлагаются в земле. Бамбук – это натуральное сырье, правильно? Природное сырье. И попадая в землю, палочки разлагаются сами по себе, берут и разлагаются. То есть не наносят вред окружающей среде. Поэтому я вот взяла очередную коробочку, 200 штук. У меня как раз закончились, и я вот взяла. Что еще? Как обычно, мой любимый чай, травяной чай. На этот раз, я думаю, возьму про запас. Травяной чай, чистота и легкость стиля. Очень мне нравится. Как вот 21 пакетик в нем. Просто приятно. Берешь и пьешь чай. И очищает кишечник. А также очень люблю вот этот кофе. Доброе утро. А есть у нас еще добрый день. Мне он чем не нравится, потому что он там смешанный. Сейчас скажу, в гранулах и молотый кофе. Я такой не очень люблю, не люблю этот осадок, который дает молотый кофе. Ну и как-то вот мне как-то больше нравится это. Он действительно крепкий, 5 зернышек, крепость у него хорошая. Мне очень нравится кофе, я вот его брала. Я брала причем про запас, и весь запас мы уже выпили, поэтому я вот начала новый. Одну вот баночку купила, 95 грамм.
Артикул у него, сейчас скажу, посмотрю, 16.048. Это кофе «Доброе утро». Просто обычный сублимированный в гранулах кофе. Взяла туалетную водичку «Алатау». Вот хочу попробовать свежий аромат, очень свежий такой. Кто любит свежие ароматы, вот взяла. Взяла, буду смотреть. Еще взяла из новиночек тоник. Маленький объем, сейчас скажу сколько, 100 миллилитров. Вообще дорожный, это считается дорожный объем. 100 миллилитров из серии Омега Хит, который у нас вышел несколько каталогов назад. Пару каталогов назад вышел у нас полностью вся серия Омега Хит. Так вот, у этой серии шикарнейший гель для лица, для снятия макияжа. После него вообще кожа лица не тянет. Я редко встречаю такие гели, после которых не тянет вот кожа лица. Обычно смываешь, и она начинает подтягивать. В этой же серии нет, поэтому я взяла себе вот такой вот тоник. Я думаю, что он точно такой же будет комфортный, тем более это даже тоник. Артикул 6740, серия Омега Хит. Для любого типа кожи, для любого возраста. Из новиночек каталога взяла зубные пасты. Не могла выбрать одну, потому что вот взяла две на всю семью. 95% продукции органического происхождения. Двойной кальций зубная паста восстанавливает эмаль. И следующий алтайский прополис. Укрепляет десна. Большой объем, 100 миллилитров. Вот такой вот большой. Артикул 20.001, а это 2000. О, ну легко запомнить. 2000 год и 2001. 2000 это алтайский прополис, а 2001 двойной кальций. Вот артикул вообще легко запомнить, как погоду. Все, вот это вот новиночки каталогов, которые вышли в этом каталожике. Вот она, я прям сразу открыла. Это последняя страница каталога. И как раз новинки. Алтайский прополис и двойной кальций зубная паста. Всего-то стоит 119 рублей. Прелесть. 95% ингредиентов, как я и сказала, натурального происхождения. А вот это вот кремушек я взяла себе из серии ICU. Это серия по азиатской технологии, то есть корейская, корейские, азиатские технологии, которые многие очень любят косметику, корейскую косметику. И вот в компании Faberlic есть как раз вся серия ICU, называется. Шикарнейший гель, он так и называется, трансформер для лица. Чем он хорош? Он моментально увлажняет кожу, буквально вот просто напитывает сразу влагой. И он не только для молодой кожи. Им пользуются женщины в прекрасном цветущем возрасте, там 50+, потому что вот чем старше кожа, тем она становится суше. И чтобы ее напитать влагой, нужно действительно хорошие косметические средства. Так вот этот легкий гель с невесомой текстурой, трансформером, при соприкосновении с кожей лица превращается в воду, которая мгновенно освежает и щедро увлажняет кожу, восстанавливая ее водный баланс. Шикарнейшее. Вот кто пробовал, просто потом постоянно покупает и покупает. Попробуйте. Если вы любите корейскую косметику, корейский уход предпочитаете для лица, и чтобы работающий, потому что там действительно работающие все текстуры. 50 миллилитров объем. Познай истинные ритуалы корейской красоты. Я говорю, вот кто знает, как они работают, тот, конечно, не изменяет им. Так что 50 миллилитров, да, витамин В3 еще здесь есть, муцин улитки, ускоряет восстановление клеток, глубоко увлажняет, питает и смягчает кожу, способствует борьбе с шелушениями и покраснениями. Хотела сказать артикул, вот наконец-то нашла, 0875. Вот взяла себе тоже такой же гель. Еще новинка взяла. Вот этот вот карандаш для ухода за кутикулой. Это у нас новиночка вышла. Вот так вот открываем карандашик и
по кутикулы проводим, видите, она прям буквально сразу и увлажняет. Видите, кутикулку. Мне понравилось. Я прям как только распаковала и сразу начала себе рисовать. Потому что постоянно что-то делаешь, и вот эта вот кутикула, она как бы сохнет. А тут есть еще запасные, ребята. Смотрите. Тенс, три запасных. Вот этот вот четвертый был, а тут еще и три запасных есть стерженька. Поэтому здесь и стоит, что четыре. Вот. Четыре штучки. Масляные вот эти. Масляничные. Вот такой карандашик для работы с кутикулой, для смягчения кутикулы. Что у нас здесь? Артикул. Где находятся продукты? 0203. Нет, это не то. А, вот он. 7036. Артикул 7036. Это карандаш для украшения кутикулы. Для обработки кутикулы. Ну, для украшения. Мы же ее убираем, правильно? Укращаем. Лак, который, собственно говоря, я сразу же им накрасила. Артикул 70, подождите, сейчас посмотрю. 78, по-моему, 88. Напишу чуть позже. Вот такой вот лак. Так. Вот, фиксируйте. Вроде видно. 78-88. Вроде так. Из новиночек не могла пройти мимо BB-крема. Бальзамчик. Бальзам Блюр причем. Три разных оттеночка. Сделаю сводчи с витамином В5. Сделаю сводчи. Потому что я не могла себе подобрать, вот просто по картинке в каталоге, я не могла подобрать, какой мне именно оттеночек подойдет. Поэтому, так как он недорогой, я купила все, конечно же, три штучки. И вот буду делать сводчи из этого. Объем у него маленький. Вот они все три разные. 67-52, 67-53 и 67-51. Вот. Вот такие вот блюр бибишечка на лето. А серия, ну, скажем так, губнушка, ой, кто они там, бесцветная это, гигиеническая, пока не вспомнишь, простите. Так, сейчас мы ее отлепим. Из серии лето защитный бальзамчик с SPF 10. Вот он такой бесцветный. Ну-ка, пахнет. Ну, какой-то такой вот апельсин, не апельсин. У меня вот эти ароматизаторы перебивают. Вот увлажняющий такой, такая помадочка. А, любимые зубные щетки, которые я постоянно покупаю. Силиконовая зубная щетка разных оттеночков. А здесь у меня губная помадка. Вот эти помады вообще шикарные. Новый оттенок взяла, не то рубиновый, не то какой-то вот гранатовый такой вот. А мне они очень нравятся. Такие шикарные. Такая шикарная помадка. Так она хорошо увлажняет губы из серии Glammy. Просто я уже по второму кругу их начала, девчата, покупать, потому что я им постоянно пользуюсь, и они у меня есть. А также вот такая вот фишка, слушайте, взрывной я цвет купила. Конечно же, мне очень нравятся вот эти губы. Это жидкая губная помада. Посмотрите, какая она яркая. Вау, вот это да. Вот это я себе купила, так купила. Не знаю, смогу я ей пользоваться или нет. Ну, наверное, на губах, может, и не так будет. Может, сначала, но зато смотрите, как блестит. Ай-вай-вай, какая красота. На лето, так я думаю, хорошо. Реснички просто подкрасил тушью и вот этой яркой помадой, и все, и больше ничего не надо на лето. Шикарность. Так что возьму. Здесь у меня батарея лежит губной помады из серии It's Clear.
натуральная губная помада, там 99% натуральные ингредиенты. Давно хотела, как только она вышла, сразу почему-то не купила и не сделала сводчи. Но каждый каталог, когда я открываю и вижу на страницах вот эту губную помаду, мне сразу же хочется ее купить всю. Она, знаете, она идет как бальзамчик. Она не будет вот такой вот яркой, даже если взять яркий оттенок. Вот, например, какой у нее. Видите, есть оттеночек. Ну, вы посмотрите. Вот это яркая и вот это, например. Кажется, в тюбике она очень яркая. Нет, она идет как бальзамчик, как увлажнение, но с оттеночком. Видите? Ну, шикарно. Ну, хоть зиму, хоть летом, хоть осенью, хоть весной. И главное, она увлажняет хорошо. Я так думаю, она такая же вот шикарная, как и вот это будет. Но здесь вот эти вот супер яркие оттенки, конечно же, не такие, как вот эта насыщенная. Здесь просто оттеночек. Ну, очень я ее давно хотела, поэтому я купила все оттенки, сделаю на них сводчи, выложу на канал, чтобы можно было их посмотреть. Единственное, нету последнего. Его не было в наличии. Может, в следующем каталоге появится. 2, 4, 6, 8, 9, 10 оттенков. 10 оттенков It's Clear губной помады. Но мне не повезло, на нашем складе не было. Вот так вот она выглядит в каталоге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10. А какого у меня 11-го нету, по-моему? А может, их 10 и есть, значит, все есть. В общем, буду делать, когда сводчи, тогда и разберусь. Вся не вся, которая ухаживает, увлажняет, содержит масло ши, авокадо, масло дыни и витамин Е. Прекрасно. Что еще нужно для губ? Только вот такая вот такой вот бережный уход. А что у меня еще осталось? Остались у меня две штуки, большие две штуки. И давайте я вам покажу летние скидочки, которые будут в следующем каталоге. Вот в текущем каталоге, вот здесь, который 10-й, у нас написано «Шопинг с удовольствием». Закажите, оплатите на сумму от 999 рублей по этому каталогу, то есть по 10-му, и получите купон на скидку 50% следующего уже, вот этого каталога. Так что категории какие участвуют? А все участвуют. Категории уход за кожей, уход за волосами, гигиена, парфюмерия, декоративная косметика, ароматерапия и wellness участвуют вот в этой 50% скидке. Это здорово. Вот у меня здесь тут купончики. Могу даже поделиться. Так, и вот он следующий каталожик. У нас новинка аромата. Я в этом каталоге не стала покупать его, потому что не хочу в этом каталоге его тестировать. Я куплю его в следующем, когда вот он, собственно, выйдет. Какая-нибудь на него акция обязательно будет по Faberlic Drive, в которой я участвую. Поэтому я его потом и возьму. Ну, вообще интересный дизайн. Основные ноты – фиалка, цветок османтуса и айва. Айва, наверное, правильно. Фруктовый цветочный аромат с нотой айвы. Вот. И тут тоже новые новинки. А еще тут новые новинки. Знаете, что я тут обнаружила? Оказывается, здесь будет у нас посуда. Посуда. Вот я ее жду. Обязательно куплю. Так, где она тут? Посуда. Где-то встречала. Во! Посуда. Смотрите, какая шикарная. Это будет в следующем каталоге. Кастрюли, сотейнички и сковородочки. Прелесть. Так, это я все объяснила. Это объяснила. Еще знаете, чем мне нравится Faberlic? А нравится он мне тем, что Faberlic дает вот такие вот чеки. Когда вы покупаете, нигде больше никакая другая сетевая компания, где я покупала, не дает вот такие вот чеки. С каждым заказом идет наименование и чек. То есть вот он. Чек ваш, сколько вы чего купили, как в обычном магазине. Вот это мне очень нравится. А, еще у меня же тут две подушки есть. Две подушки-подружки массажные. Сейчас я вам покажу. Я же купила себе любимой в семью
для всех. Я купила себе массажные штуки. Итак, тадамс! Это акупунктурный массажный валик. Вот он. И я уже им пользуюсь. Делаю массаж ног. Прям ставлю. Вот я сижу, вижу. Я много вижу. И я прям ноги ставлю. И они у меня тут вот по этим вот самим вот этим острым штучкам как раз таки массажируются. Вот такой вот он большой валик. Давайте посмотрим, что там внутри. Откроем. Тут поролончик набит. Набит поролоном. Вот. Вот такая вот штука. Артикул 910-012. Акупунктурный массажный валик. Вот для массажа я себе и взяла, собственно говоря. А еще я взяла себе, давно хотела, подушка-валик с гречневой лузгой. Вот так он выглядит в каталоге. Вот она. Подушка. Ой, нет, простите, нет, валик. Сиденье из гречневой лузги. Вот оно. Вот такое вот сиденье. Оно хорошо подходит для автомобилистов. Вот оно большое. Видите, сейчас я вот так вот сверху положу. Камеру вот так вам подниму, чтобы видно было. Вот, сиденье с наполнителем из лузги гречихи. Оно вентилируется, проветривается. И когда вы на ней сидите, то получаете такой приятный мягкий массаж. Это не как на обычном стуле сидеть, а это массажное сиденье. Подходит для любого стула, особенно рекомендуется для тех, кто ездит в машине, то есть для водителей. Все, теперь все точно, уже все, весь мой заказ мы с вами посмотрели. Все, готово. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых полезных обзоров. Пока-пока и хороших вам покупок.